Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Проклятые сокровища 2. Мы остановились с тобой на миссии, которую я пока не могу одолеть, 20-ю. Пыхчу тут, пыхчу и... Тлеющая поляна, да-да, именно Тлеющая поляна. Именно из-за вот этих вот двух башен, крепости вот этих вот дурацких, я здесь ничего сделать и не могу. Блин, тут основа пойдет. Может, как-то, я не знаю. Минус 25% атакующих. Минус 25% атакующих, это получается, ну, сколько там, ребят? Получается, пойдет не 4, сколько там, 3-4 выходит. А меньше, так ведь? Только мне-то от этого не легче. Мне-то от этого не легче, друзья мои. Давай смотреть. Мы их жарим, но... Да-да, конечно. Разогнался хмырь болотный. Так, манны. Все равно мало манны. Маловато будет. Как бы стырил, да? Говнюк, а? Почти удалось у него. Да, блин! У меня есть страх. Ты куда ты? Да-да-да, правильно, вот туда беги. Ну и как ты... Как ты мне вот тут вот прикажешь... Быть? Сколько здесь? Два вора, да? Два вора плюс эти великаны пойдут. Ты, вот ты издеваешься надо мной, игра, блин, ну. Такс. Блин, у меня не хватает черепков. У меня не хватает черепков. Ну, даже если я их буду прожаривать здесь до корочки, блин, все равно это... Не поможет, наверное. Мне бы очень хотелось бы, да, ребят, очень хотелось бы, чтобы все сработало, как я хочу. Но здесь, в этом поединке уже получше, ребят. Да, получилось немножечко получше. Но это получилось совсем мизер.
Так, есть одно пугание у нас. Один испуг, так скажем. Почему они после себя, гаденыши, не оставляют этих, а? Здесь же эти... А, здесь рыцари. Взял все-таки, взял! Обратно неси. Не трожь, что тебе не положено. Так, два беглых вора здесь. Ну, 100 заклинания, давай. А он сейчас пойдет по этой дорожке. Да, он пойдет по этой дорожке. Так, там пойдет 3 бомжа. Ну как бомжа, блин? Серьезные противники. У меня есть испуг. Как он тут понесет? Он понес в обратную, ребята. Ну и что вы прикажете мне вот здесь делать? Их 2. Ё, просто это еще эти сморчки. И побежал, ребят, на утек. Нет. Не то. Не то, ребята. Все это, блин, не то. Мне не хватает денег. 100 надо. Надо 112. Ну не хватает и все, ты хоть тут что сделай, а? Тут, по ходу дела, акцент, ребята, идет больше на... Что тут идет больше акцент, блин? Я не знаю, на что тут идет больше акцент. Беги обратно. Нет. Здесь опять не то. Ну что делать-то? Ну как быть-то, блин, ну. Я ума не приложу, ребят. Как здесь лучше всего сделать? Пламя, блин, тут не поможет мне. Магическую поставить. Одну здесь. Ну...
Так, уже получше, ребят, уже получше. По крайней мере, свиток хотя бы здесь оставили. Свиток, я уже не помню, что он там делает. То ли он их... Что он с ним делает, этот свиток? Помнишь? Убивает он их сразу. Свиток этот, друзья мои, их убивает сразу. У меня ни манны, ничего нету, что ли? Нет, манна есть чуть-чуть. Так, убивает. Этот убивает, значит, их сразу. Надо будет... Надо будет убить их тогда сразу. Сюда только подойдут. Ну куда ты, гад, с кристаллом-то побежал, а? Ну и вот смотри. Вот смотри, вот сейчас будут два вора идти. Есть испуг. Ха, ты жук, ты навозный, а? Ну, навозный, ребята, ну. Господи ты, боже мой, а. Так, что ли, может быть? И немножко, наверное, магии. Посмотрим. Я, конечно, не уверен здесь в том, что у нас что-то получится. Есть. Ману, по крайней мере, подкинул. Интересно, далеко он уйдет с этим? Нет. Далеко он не убежал. А на башню мне больше не хватает, да? Хотя подожди. Надо вот, вот тут не поставить. Вот, вот здесь, может быть. Давай тут поставим. Проверка, друзья мои, на вшивость. Так, с монетки подкинул. Меня это уже радует. Так, еще монеток подкинули. И еще и маны, ребята, отсыпали. Слушай, ну тут замечательно. Покамись. Покамись-то замечательно. А вот что мне... Сюда можно поставить огненную. И сюда можно поставить огненную. Еще даже можно вот так вот, ребята, подкуп сделать. 129. На башне пока больше не хватает, друзья. Слушай, может быть... Может получится, как каким-то, блин, чудом. Но все равно, ребята, слабовато пока у меня это... Башня. Так, тут три вора. Все, блин, дела. Есть испуг пока. Воры, вот воры, ребята. Вот
Слушай, пока норм. Есть. Слушай-ка, может быть, все-таки шанс появится у нас. Тут пойдут вот эти вот три. Баллиста. Баллиста у нас дальнобойная. Баллиста, блин, дальнобойная, но... Все равно идет, ребят. Ну, все равно идет и доходит. И доходит, понимаешь? Как бы тут, блин, не пыхтел, не это. Все равно идет и успевает. Страх. Страх. Вдвоем. Да-да-да, друзья мои, это, блин, остолопшим. Я надеюсь на лучшее. А что она там? Блин, ну тут вообще, ну... Ну и чё? Мне страх... Да фиг ли там страх твой? С бардами тем более. Ну какой страх? Авось. Ну где авось-то, блин? Нету ничего, ребят. Ну, есть. Так, летающие дармоедки будут, ребят. Так тут не только летающие дармоедки, блин. А давай обратно с креста. Ну я не для этого же, блин. Ядрёшкин ты кот, а? Ядрёшкин ты кот, блин. И это друиды. Ну, естественно, со свистульками, блин. Да давай ты обратно, а? Ну это уже нечестно, ребят. Тварь, что ржет там, а? Это-то еще кто такой? Злобный дикарь-грабитель. Входя в состояние безумия, он становится быстрее и не обращает внимания на магию и другие подобные мелочи. Когда здоровье врага упадет до 60%, он побежит быстрее, а также станет невосприимчивым к страху и магии. Молодцы, просто красавцы. Он не будет восприимчивым ни к страху, ни к магии, блин. Как я этому, блин, рад, а? Ну почему? А, он сейчас не восприимчив, да? Тупарь, а? Дурачок, блин. С местной фабрики, блин.
Все, ребят, еще один кристалл продинамил. Замечательно. Великолепно играем. Я просто гений. В кавычках, конечно же, ребят. В кавычках, блин. Скажи, вот мне на милость. Вот это разве будет реально здесь, ребята, спасти этот кристалл против вот этих вот дур? Конечно же нет. Почему? Да потому что они сейчас вон, смотри, сейчас что сделают. Стырят кристалл у меня. Ну и как тут? Как тут, извини меня, ну что за бред, блин? Ну как я должен здесь играть, а? Ну как? Ну этот уровень какой-то вообще, блин, на грани... Я не знаю, на грани чего, ребят. На грани идиотизма. Даешь шанс... Ага, породит ядовитое облако, да. Все башни получают, понятно. Давай попробуем тогда. Раз у нас огненный, давай попробуем вкачать огненные. Нанести двойной урон. Так, снижает стоимость всех башен. Так, урон наносимый всеми башнями по нечемпионным боссам увеличится на 30%. Уменьшает затрата маны при вы... Да? Так, дает шанс 30%, что враг... Вот это уберем. Уменьшает хаос. Метеор. Метеор, может быть, вот метеор нам уменьшить? А это что такое? Когда любая башня уничтожает врага, она получает 5% бонуса скорострельности на 10 секунд. Хорошая штука, хорошая. Давай. 100% шанс, что из противника выйдет две монеты вместо одной. Вырубка леса приносит... Две бутылки маны вместо одной. Наполненный враг теряет 0,5 максимального запаса здоровья в секунду. Башня нечто не имеет права нанести урон, равный запаса цели, не работает на боссов. Дает шанс 10%, что противник убитой башни демонов превратится в огненную мину. Так. Все башни получают дополнительный опыт каждые 5 секунд. Ну, просто раз там у нас огненные его, ребята, я вот и делаю огненные. Падение метеорита. Так, дополнительно при победе в миссии. Все башни получают при стрельбе по врагам. Снижает стоимость. Это понятно. Башня демонов получает дополнительный поджечь врага. Вот. Поджечь врага лучше. Падение метеора сейчас нам не актуально, поэтому я убираю полностью. Уменьшает затрата маны при вырубке леса. Так, урон с вашими построенными на возвышении увеличится. Это нам не надо, у нас и нету здесь. Попробуем так. Ребят, попробуем так. Акцент именно идет на огненные, блин, башни. Прокачал я огненные башни. Я просто хочу посмотреть, будет ли это, блин, работать или же не будет. Само собой, мне бы хотелось, чтобы это все работало.
но не факт, что будет. Да, почему-то башня бомбит жарче. Ну как, не жарче, сильнее. Беги обратно, неси. А что вот у нее такое, вот это вот, как активировалось, блин. Что-то, блин, активировалось, непонятно что. То ли она их поджигает, то ли что делает. Что это вот такое? Эх, если бы я знал. Если бы я знал только бы, друзья, что это такое, я без понятия, что это. Но что-то. То ли она горит, вот это вот, крутится вокруг нее. Ну, как бы поджог, что ли. Дает. Вот сейчас посмотрим, ребят. Ну нафиг я потратил этот метеорит. Ну нафига, ну блин, ну ведь можно же было без этого обойтись. Смотри, как... А, мы минус с тобой ставили. При убийстве врага есть возможность оставить мину. Это я помню. Хорош. Пока нравится. Блин, лечилки вместе с этими пойдут сейчас. А, какие лечилки, блин. Ну, далеко не ушли. Далеко не ушли. Это с бардами, блин, связано все трихомудия. Да, барды еще, ребята, и лечат, блин, их. Плюс две минки. Плюс, друзья мои, две минки здесь. Чему я радуюсь, сейчас летающие пойдут гадюки. И не только летают, они, да. Только... Жги, 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 это падло. Да, да, друзья мои, друид пойдет, блин, друид.
Да почему так мало страх-то действует? Ну... Взял по пути кристалл. Да они вообще все, все растырили, ребята. Я просто в шоке, ребят. Давайте будем честны. Это просто бред. Ну, тупорылый пипец просто. Мало того, что тупорылый, быстрый и маны нету. В шоке. О, мы с тобой немножко накопили опыта. Еще плюс 3 балла, ребята. Может быть, снижает стоимость демонических башен на 10%. Вот понижите. На полный враг теряет, понятно. Уменьшает ману стоимость заклинания ужас. Пещеры с кристаллами накапливают до одного заряда нежити и атакуют врагов. Пещеры с кристаллами. Подожди, а пещеры с кристаллами, они имеют в виду... Я правильно сейчас вот понимаю? Пещеры с кристаллами, они имеют в виду вот это вот. Нет, это склеп. Это склеп, это не пещера, блин, с кристаллами. Ну что ли по ним, а? С вертушки. Что, бомж? Все. Там было две монеты, тут одна монета нам дается всего лишь. Две манны будет давать. Вот и стоит выбор. Либо нам строить башню с тобой. Либо твоему налево, блин, идти и... Идти и тратиться непонятно что. Здесь-то они быстро погибают, здесь. Вся соль, блин, дальше идет. Немножко удивлен сейчас вот в данный момент. Совсем маленечко удивлен. Здесь можем что? Мы можем здесь. Они даже не дошли, они даже не добежали, друзья. Это уже хороший показатель, блин. Башню, если мы эту освобождаем, так. Если мы эту башню с тобой каким-то образом освободим, мы сможем здесь ставить башню, ребят, которая нам, ну, нам будет помогать. Башню склепа так и не понял, ребят. Что за башня? А, вот, вот. Башня с кристаллами. Ну, ты понял, короче. Да неужели? Но я остался без
Вот то, что башня, ребята, копит заряды, это прям топ. Ну ты, гадина, обратно не выбежишь. Я тебе просто не выпущу. Есть. Такс. А, 149 с бардами, да, здесь будут они. Они здесь будут с бардами идти. Само собой, на отхил. Сам понимаешь, что... Ну какие вы жесткие, ну... Как вы долго отхиливаетесь, а? Хорошо, что у нас здесь, ребята, есть кристаллы дополнительные, которые нам помогают. Ну это прям что-то. Это прям что-то, это помощь такая, ну... Офигительная. Дальше птички, летучки, ребята, птички, летучки. Заклинаний нету, ничего нету. Хотя, подожди. Сейчас, подожди, посмотрим. Вот эту гадину надо возвращать. Есть. Два луча. Склеп страха. Друиды, да? Просто друиды пойдут. Блин, не просто друиды пойдут, блин. Так, мина, это всегда хорошо, ребят. Серьезно? Ну и прекрасненько, ну и славненько. Так. Это этот дуралей чемпион, блин, сейчас, ребят, пойдет. Вот как вот мне его, ребята, здесь вот законтрить? Вот как тут его законтрить? Вот он, блин. Прозрел. Он прозрел, блин, но... Давай, 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 давай сюда, родной, отлично. Нет, нет. Не утащили, ребята, не утащили они. Опять, ой. А дальше опять эти, блин. Есть страх, ну... Есть страх. Мина. Готово. А вот это вот, вот в броне то, что нашла, это не есть гуд. Ну, мы прошли. Так, ребята, здесь все. Я уничтожил эту, блин, контурку. Контурку я это уничтожил. И у нас 126 манны. Но здесь пойдут друиды с хилами. Вот в чем беда. Если через баллисту попробовать их
Так. Да не может быть. Не может быть. Я глазам не верю, ребят. Прошли здесь. Ниндзя и барды. Ниндзя и барды. Хорошее местечко для нее, для этой башни. Ниндзя и барды, ребят. Ну, все прекрасно понимают, что ниндзя, блин, шифруется. Не добежал. Добежал, но не взял. Отлично. Отлично. И склеп ужаса поставим. Дальше, ребята. Блин, барды под этими. Короче, разнес я, ребята. Вот зря. Зря вот сейчас я ману, ребята, потратил. Ой, зря. Я как бы не пожалел об этом. Во-первых, у нас нету маны. Это раз. То есть, если... Ты посмотри. Ну, ты посмотри, ну, вдвоем идут. Ну, есть страх. Так, вот он побежал, придурочный этот. Берет, естественно, кристалл. Само собой, куда он еще... Я совсем забыл, что ему пофиг на это, ребят. Что ему пофиг на страх. Сори. Фух, ну далеко не утащил. Так. Теперь у нас идут эти инженеры, блин, чертовы будут. Ну, благо они хоть страх бы. Они сейчас будут туман тут везде рассеивать, насколько я могу понимать. Не особо, ну, хорошо, конечно, помогает. Ух! Найс получилось. Такс. Прокачиваем, наверное, баллисту. И прокачиваем склеп. Так, у нас пойдет сейчас бегуны. Почему больше не могу здесь ничего построить? Не, вот здесь вот можно еще башню одну влепить. Так, пробирки с манной взяли. Хиллерши, конечно, ну жесткие. Я понял то, что их... Она стоит, отхиливается, ей пофиг. Башня страха отлично работает. Отлично прям вот работает, как надо. Сейчас будут... Эти еще хиляются. Скоростники, блин. Баферы, блин. И под хилами. Самое главное, под хилами, ребята, понимаешь? Черепок дали, спасибо. Башню эту прокачиваем. Чуть-чуть, но прокачать надо. И не стал свиток тратить, ребят. Я так и думал, что мы справимся здесь. Склеп страха. Можно, конечно, взять склеп ледяной. Можно взять. Но по моему опыту, ребята, это полная ересь. А вот это плохо. Меня больше здесь пугает не хиллерши, а вот эти вот. Их надо как-то всех поймать скопом. Вот так вот. Слушай, а у нас маны-то отлично. У нас с тобой прекрасное количество маны. Да, и свиток зря заюзал свиток, друзья. Очень зря. Я прокачал колодец маны по фуке. Теперь у нас полностью идет приток маны. То есть мы с тобой 800. Но опять же, ребят, кто дальше будет, неизвестно. Ё-парсеты. Дальше будет друид. Дальше будет друид вместе вот с этим. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
Подожди, он кристалл ушел? Ё, просто я... Я просто не доглядел, ребята, он, оказывается, кристалл утащил. Ух ты, храм взирающего и храм Ифрит. А что нам лучше? Глаза взирающего, так, ждут пленника, чтобы рассмотреть поближе, рассмотреть и поджарить. Ифрит могущественный и жесток. Если джин дарит людям исполнение желаний, то Ифрит просто сжигает их. Непрерывный огонь. И это непрерывный огонь. Урон по... Нет, не надо по площади. Или надо было по площади? Фиг его знает. Ладно, ребят, следующая волна. Ты серьезно? Да ну, дребудень, надо было и этого, и Ифрита брать. Смотри, 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 какой, а? Дуст. Не успел добежать. Друид тоже не успел. Ай, красиво. Ай, красиво, ребята. Я думаю, вы со мной согласитесь. Сейчас было, ну, прямо, ну, топчик. Давай, наверное, критовку возьмем здесь. Критовку еще поставим с тобой одну башню здесь. Слушай, а вот тут-то тоже, кстати, можно было башню-то влепить. О чем с тобой раньше до этого не догадались? А? Две башни огненные, если мы их прокачаем, ну... Смотри, он прикрепляет. Ребята, я, конечно, лопухнулся с башни. Отката уже нету, не будет. Обратной силы не имеет. А зря я так свитками, ребят, раскидываюсь, блин. Ой, зря. Слушай, ну, великолепно. Так, я возьму, наверное, Ифрита. Ну, что-то мне вот это не понравилось, ребят. Какую-то фигню приклеивает на чувачка. И ходит он с ней. Щеголяет, так скажем. Сейчас денежку тут соберу. А башню больше не могу поставить, да? Ну, здесь она мне нафиг не нужна. А вот тут толку от этой башни. Нету никакого толку от нее. Кстати, я тут заговорился, у меня уже тут бой вовсю идет. А я там рассматриваю, блин, кто куда чего и сделает. Такс. Сейчас, ребята, будет одна из таких жарких битв. Почему? Потому что здесь... Правильно. Истерички. Почему истерички? Ну, я думаю... Во-во-во, смотри, что Ифрит делает. То, что надо, ребята. Даже применять не пришлось заклинание. А вот это вот уже похуже. Это уже, ребят, похуже в плане того, что, ну, понял ты, истерик сейчас будет идти. Я сейчас кое-что попробую сделать. Он же тупоголовый, сразу побежит в атаку. По крайней мере, он будет уже без брони. Смотри, какой жесткий. Типа стырил, да? Не ушел. Есть. Ох, ребятушки. С горем пополам. Вы все прекрасно видели. С горем пополам прошел. Блин, даже не дали, а? 21 уровень. А че он такой кровавый такой? Ой, не знаю, что нас там ожидает. Кажется, нас заманили в простую, но опасную ловушку. И кто? Королева, бежав в Вастерланд, она
Она прошла испытание в варварском круге и стала правительницей всех варваров. Теперь испытание в круге предстоит пройти и вам, властелин. Так. Насколько я... Враг пойдет отсюда. Ну как пойдет? Здесь полетят 100% всякие птички и тому подобное. Ты знаешь, что нам надо делать? Нам надо вернуть... Подожди, или не надо? Что делать-то? Ну давай для начала поставим так. Огненную и вот так. Первый пойдет крестьянин, потом пойдут барды. Но ты также не забывай, что у нас вот пакость где находится. Мы можем теперь здесь строить. Тут две башни поместятся. Так, ну с первыми противниками вроде бы справились. Дальше пойдут охламоны с бардами. Охламоны с бардами, да? Вот тут бы, конечно, бы нам бы освободить. Блин, да, это охламоны с бардами, ребят. И проблема здесь именно в бардах, блин. Вот в этих вот весельчаках, блин, которые, ребят, сейчас будут захиливать. Ну, я надеюсь, он назад-то не выйдет уже с кристаллом. Нет, не выйдет. Ну и что я сделал? Так, ладно, здесь варвар. Блин, надо вот это надо глушить, ребят. Это надо глушить нафиг чертовой бабушке. Достанут они здесь ходить, блин. Вымораживают меня. Потому что здесь, ну, 100% кто-то прилетит. Ну, вот как пить дать. Вот есть у нас, вот они, например, вот они, валькирии, ребят, собственные персоны. Они-то как раз там и полетят. Вот, попомни мои слова. Они полетят как пить дать. Единственная проблема, как он понесет кристалл. Но он понесет обратно, да. Здесь ему не пройти, поэтому он так и пойдет с этим кристаллом. 153. Блин, вот я играю, да и доиграюсь. Потому что здесь-то надо освобождать. Я могу, конечно, тут поставить. Но пока рано это делать. Пока рано делать, ребят. Ну, слушай, жарит нормально. Свиточек бы оставляли, да, было бы вообще великолепно. Вот она бежит. Сейчас в нее три снаряда прилетит, и она слежит. Прекрасно. Дальше кто? Дальше пойдет армада этих тупорей. Армада этих тупорей пойдет. Блин, нам надо ману. Маду, ребят, срочно. Прям вот, блин, срочновски. Летунчики уже, ребята, на подходе, грубо говоря. Понимаешь? Вот я вот почистил, а толк вот этого ноль. Потому что здесь нужно как минимум еще одну уничтожать. Как минимум, друзья мои. 170. Вот только теперь я смогу здесь. Вот. Опять барды эти психи.
Так, монетки, это хорошо, ребят. А вот это плохо. Ой, как это плохо-то сейчас было для меня. Ё-моё, ребята. Это чертовски плохо. Почему? Потому что сейчас летуны пойдут. Что, доигрались, называется? Летуны пойдут вот так вот, 100%. Или вот так, или вот так. Это, я не знаю, ребята, это непредсказуемые гадюки. И что у них там на уме? Это не поможет. Это, ребят, не поможет. Утащили так далеко кристалл, это уже все, это... Сушите рычаг весла, называется. Если изначально пошло все через одно место... Сиди и не крякай. А почему я так сейчас сделал такую ерунду? Непонятно. Фигню сделал, ребят. Конкретную, галимую. Да? 170 нужно маны. 170 маны. Ну, первая волна. Так уж и быть. Первая волна будет довольно легкой. Относительно легкой, ребят. Первая, вторая, там вот эти вот последующие волны, это будут легкими. Меня больше напрягает валькирии. Вот, которые летают. Вот они меня больше всего, ребят, напрягают. С манной беда. Я, наверное, куплю здесь. Так, ну, с этой волной, я думаю, мы тоже справимся, ребят. Надеюсь. Да, барды, барды бесевые. Тут ничего, это же вот на этой волне, ребята, у меня кристаллы утащили, или не на этой? Нет, это, по-моему, когда пойдут эти... Как называть? Песниры, хотел сказать. Но ты не утащишь этот кристалл, парень, положь на место, блин. Две огненные вышки. Когда пойдут валькирии, здесь надо быть, блин, ну, просто подготовленным уже конкретно. Но что я, вот я срублю ее, это мне ничего не даст. Это мне ничего не даст. А вот если я вот эту снесу, дает мне какой-то клочочек, так скажем. Но это же не поможет мне. Мне надо еще вот эту сносить. 170 маны она стоит. Как меня... Вот, на валькириях, ой, то есть на вот этих вот швабрах я профукал. Она же там свистнула и... В тот момент утащило у меня мое богатство.
Но там у нас лежит мина. Поэтому хренушки ей. Или все-таки когда с бардами шла она. Мелкая та скотинка. Мину, блин, мину тронул. Что я хотел? Я вот это вот, да? Все, ребят, вот здесь уже можно поставить башню, которая будет, смотри сам, какой радиус у нее. Радиус просто великолепный будет. Это то, что мне надо. Так, манну взял. Не пройдете, гайдой. Обидно, что не работает вот это у меня. Она не дотягивается, друзья мои. Печаль. Чего не хватает до сих пор? До сих пор, блин, не хватает. 128. Правильно, у нас нету. Бомжики, блин. Хлопнуть их, что ли, а? Ну! Братская могилка. Так, хватает? Хватает. А огненная, огненная меньше, ребят, берет. Огненная меньше берет. Ну вот смотри, вот сейчас полетят птички. Куда они полетят? Как они полетят? Все-таки полетят здесь. Хорошо. Возьмем метеорит с собой на... как бы это сказать, на изготовку. Да нет, мы и так справились. Шикарно, ребятушки. Мы и так справились. Пора вот эту парашу прикрывать. Вот это вот. Оу! Ну это неожиданно, ребята. Сфига ли здесь эти-то пошли? Мы так не договаривались. Да, конечно. Свистнешь в другом месте как-нибудь. Опять. Ты запарил уже хилять их, а? Нормально, на метеорит, ребят, накопил. На метеорит я себе накопил. Такс. Шваркнут ее здесь. На бомбе напоролась. Я тебе брынкну сейчас. Брынчит она мне. Ой, друид плюс летуны. Плюс хилка еще здесь. Ё-моё. А, они идут по этой дороге, да? Прекрасно. Значит, они отсюда летят, потом идут сюда. Так, подожди. Полностью перекрою ману. Блин. Так, сейчас пойдет 4 лекаря. Блин, я все время забываю эту фигню, блин, перекупить. Постоянно забываю про нее, блин. Ну эти-то. Вот как это вот. Как вот это тут бесит, а? Я понимаю, что вы медики там все, ну не. Ну просто берут и отхиливаются. Они успевают, ребята, отхиляться.
Оборзевший, блин, в корень. Просто оборзевший в корень, блин. Опять летуны. Ну, ёпрсоте, блин, ну. У меня денег не хватает, друзья мои. И ни денег, ни маны нету, блин. Я вот похороню их тут всех. А, не, да, мне даже не пришлось. Или придется все-таки тратить. Нет, не пришлось, благо. Так, ну что, уже получше. Две баллисты здесь, плюс поставим так. Если они здесь... Друид там пойдет. Ну, друид навряд ли здесь полетит, конечно. Я сомневаюсь, что он... Так, они отсюда уже медиков выпускают, ребят. Они уже выпускают медиков. То друидок, то этих выпускают. Оборзевшие. Просто оборзевшие в хлам. Корень. То, что там срабатывает на ранней стадии их свистулька, это, ребята, круто. То есть они уже сюда добегают без брони, что дает мне преимущество. Все. Вот, а вот, ребята, и друиды. У меня маны нету, блин. Так, а фигли ты ко-ко-ко-ко, блин. Расхо-хо, блин. Мины две, ребят, мины две. Есть. Есть. Да я эту фиг... Блин, не получается у меня ее закрыть. Ой-ой-ой. Медичка с этими дурачками, блин. Побежал, дурачок. Там мина, я не знаю, надо... А ему пофиг, ребят. Чихать он хотел на эти мины. Вот это один только. Один шел. А теперь представь, если их пойдет 5-6 там. И друид напрягает меня тем, что он вот здесь пролетает, ребята, территорию, блин. Понимаешь? Что есть у него лазеечка, блин, пройти, где надо ему, блин. Сильно напрягает это все. Слушай, у нас тут башню, кажется, можно было построить. Да, то, что мы с тобой вырубкой занимаемся, это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, вот эту фигню, когда ты будешь, Рэй, выкупать? Когда ты будешь ее, блин, уничтожать? Это ниндзя, блин. Эффект неожиданности, невидимости, блин. $175 же стоит, да? И сколько? $175. Мне не хватает, ребят. Все, закрыл я, короче, эту лавочку. Остается только лишь выкупать монументы. Ведь больше чем уверен, что здесь будет босс. Какая-то королева, наверное. Кто-то, кого они, кем они нам там стращали? Ну вы серьезно, что ли, блин? Ты не уйдешь отсюда, гад, ты похоронишь. Да, друзья мои, там будет
Там будет что-то. Там будет что-то. И то, что там будет, я думаю, нам не понравится. Вон она, королева бензоколонки, блин. Больше уверен, что будет очень много вот этих вот гадюк бежать, которые будут нам вырубать башни. Больше чем уверен, что именно так будет. Потому что эта королева прям видно, королева варваров этих. Поэтому в моем случае мне очень было бы хорошо, если бы, ребята, здесь бы... У нас, во-первых, накопилась манна. Очень много мне ее нужно. 800, там, ну, как минимум 800. Вот, ё-моё. А робот-то чё? А, он... Я не думал, что он летает, а он летает, ребят. А вот как ты тут накопишь, блин, манну? Ну! Не было, блин, печали называется. Опять друиды. Нет, это не друиды, это, ребята, лесовики, которые, в принципе, мне, с одной стороны, очень выгодно их. Почему? Ну, во-первых, ребята, очень много... Оставляет наград всяких. И плюс еще, не забывай, по 50 копеечек капает. Правда, я не знаю, с древесины падает? Падает? Падает, друзья мои. Еще как падает. И черепки падают, ценный ресурс. А это-то как здесь просочилось-то? Посмотри на нее. Шаболда. Просочилась, побежала, блин. Блин, эти тотемы мешаются. Чё это такое? Подожди. А чё? Что у них там за нон-стоп уязвимость, блин, так скажем? Только что была... Что-то новенькое. Я не помню, чтобы они прямо настолько прям... Прям настолько горячие ребята были. Друзья... Ой, туманники. Ну мне не могу... Я не могу больше тратить ману. Мне нужна мана, ребята. Ну нужна мана, я... Иначе, я боюсь, мы босса не пройдем, блин. А там, когда нападет, 100% там и здесь полетят, и там полетят, и со всех щелей будут, блин, на нас тут лететь. А башен со страхом у нас с тобой нету, мы их ни с тобой не сделали. Молодцы, красавчики мы с тобой, блин. Башни без страха. Так бы хотя бы босс бы мог бы отпугиваться, немножко отходить назад, а так... А так называется, забудь об этом. Да, так называется. Забудь меня, забудь. Хи-хи-хи-хи, свисти, довольный такой, ага. Ну, настала пора босса, друзья мои. И он сейчас придет во всей своей красе. Нам про нее что-то даже ничего не написали.
Вы, блин, серьезно сейчас? Че, она притягивает магнит? Ой, она... Ты видел, когда она орет, что было? А ей плевать. Смотри, что он делает. Она притягивает кристалл, друзья мои. Какого хренуса, блин? Швабра, блин. Отдай, блин, мои кристаллы. Так-с, восстанавливаем полностью ману, ребят. Я эту швабру не отпущу отсюда. Есть, убей босса, королева бензоколонки. Королева варваров, да, друзья мои. Я черепки на нее потратил, на эту гадюку, ребята. Но, согласись, было интересно, было прикольно. Так, у нас с тобой 6 очков. Я ж прям не знаю, на что мне и потратить-то. Да знаю я, ребят, на что потратить. Так-с. Все башни получают дополнительно... Так, нанести двойной урон. Снижает стоимость улучшений. Все башни получают на 10% больше опыта при стрельбе по врагам. Здесь надо возвращать все. Снижает стоимость башен орков. Все башни получают дополнительный опыт каждые 7 секунд. Вот так вот. И у нас, друзья, открывается 22-я миссия. Мы с тобой подходим к порту. Судя по всему, мы, наверное... Или мы отсюда начали. Но мы, наверное, туда будем заходить, скорее всего. Наверное. Это мы уже узнаем с тобой, надеюсь, в следующей серии. А на сегодня все, друзья мои. Всем удачи и до новых скорых видосиков.